Например, вы были в картинной галерее и сфотографировали картину в таком вот неудачном ракурсе сбоку. Все это, конечно, можно исправить. Даже в Photoshop есть специальный инструмент, который исправляет перспективу. Опять же, он исправляет не на всей фотографии, скажем, а только отдельную часть. То есть можно исправить только перспективу картины. Для того, чтобы это сделать, вам необходимо выбрать, смотрите, инструмент рамка, либо его называют еще обрезки, инструмент Crop Tool, как в оригинальной версии Photoshop. И дальше, что вам необходимо сделать, это выделить область. Сделать это сейчас можно, конечно, грубо, вот так. И потом, смотрите, здесь вот в панели настройки инструмента отметить флажком перспективу. И теперь растягиваю, видите, за маркером. Обозначить края. Естественно, это не идеальная вещь, но все же как один из способов. Возможно, опять же, вам понадобится этот инструмент в каких-то других ваших проектах. Вот. После того, как вы все это сделали, вы нажимаете на ввод, либо из контекста меню выбираете кадрировать. Давайте выберем. Вот что получается в итоге. Все очень просто.